Очередное ДТП с участием общественного транспорта. В Кургане ПАЗик сбил двух пешеходов. Пострадали 26-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они перебегали дорогу в неположенном месте. С полученными травмами оба пешехода были доставлены в больницу. По статистике ГИБДД, зачастую нарушителями правил дорожного движения становятся водители общественного транспорта. Так, в этом году в Кургане по их вине в ДТП пострадало более 30 человек.